Привет, Александр из Зеленограда. Привет. Выезжаем с Ессентуков. Было пасмурно, вот сегодня солнечный день. По дороге мы ехали и увидели вдалеке Эльбрус. Горы Эльбрус. Мы так на них и не съездили, там очень холодно. А мы не взяли зимнюю одежду. Вон вдалеке. Могущественный Эльбрус. Ну, может, когда-нибудь мы туда съездим. Сейчас мы едем в суворовские источники термальные.